Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. Этот ролик я снимаю по просьбе одного из моих партнеров и постараюсь сделать его таким, чтобы он был интересен не только ему. Речь пойдет о сервисе от Google под названием Blogger. На этом сервисе можно создавать полноценные мощные сайты, и если кого-то интересует эта тема, надеюсь, будет полезно этот ролик. Итак, если у вас есть аккаунт в Google, на Gmail, почта зарегистрирована, то значит у вас вам доступен данный сервис. В него можно попасть с почты вот в этом, на этих кубиках. Нажимаем, кликаем сюда. Здесь его не видно. Кликаем еще. И вот через эту желтую кнопочку, кликом по ней, попадаем в свой аккаунт на блогере. Аккаунт выглядит вот таким вот образом. Если у вас еще нет ни одного блога, вы можете вот через эту кнопку создать свой блог под понравившимся вам названиями, под выбранным вами URL. Ну, об этом в этом ролике рассказывать не буду. Если надо, напишите, я сниму отдельный ролик по именно тому, как создать блог. Вопрос моего партнера заключался в том, вот как поставить вот такую аналогичную кнопку с переходом на YouTube канал блогера. И мы сейчас будем это проделывать на примере другого моего блога, который я начал делать, о проекте InfiniEye. И перед тем, как проделать саму эту операцию, хочу еще что показать вам. Вот перейдем сюда, в панель управления именно этим блогом. Блогом, на котором мы будем сейчас делать эти эксперименты. Вот если вы заметили, знаете, знакомы вот с подобными блогами, здесь наверху у всех у них есть панелька такая, ну, неприглядная, по моему мнению. Я ее со всех блогов убираю. Делается это как? Все это проделывается через кнопку дизайн. Кликаем по дизайну, и вот здесь вот есть панель навигации, вот именно это то, вот смотрите, вот она, сейчас как увидите сразу, вот эту панель навигации, вы можете выбрать любого понравившегося цвета, но я ее вот выключаю, кнопочку ставлю, вот можете вот так вот кнопки ставить, менять цвет, а можете просто выключить. Выключить ее не будет. Сохраняем. После любого изменения не забывайте нажимать на вот эти желтые кнопочки «Сохранить». Теперь эта ссылка, вот эта картинка у меня расположена в правом сайдбар. Это называется сайдбар. Здесь на этом блоге сайдбара нету. Предварительно надо будет добавить, но еще что надо сейчас сделать, вот этот у меня ролик включается автоматически, давайте я его уберу, чтобы он нам не мешал. Это у нас переходим в сообщение, изменить, надо было вообще его удалить, и вот это удаляем. Здесь все очень просто. Обновить. Все, этого ролика там уже больше не будет. Вот он был. Сейчас обновляем страницу. Ролика нету. Все. То, что нам надо. То он будет все время включаться и мешать. Итак, пошли в дизайн. Вот. После дизайна в дизайнер шаблонов. Переход. В дизайнере шаблонов есть много функций по изменению фона, регулировки ширины,
по самому дизайну и есть дополнительные инструменты, но именно для этой кнопки нам надо перейти в дизайн, то есть создать сайдбар. Вот желтыми рамками отмечено то, что у меня сейчас есть на блоге. Ну, давайте вот добавим правый сайдбар. Вы можете сделать два сайдбара, можете слева его поставить, можете вот такого вида. То есть выбираете вот здесь, как, какой вид вам больше нравится. Кликнули по выбранному вами дизайну. Можно вот с этого треугольничка приподнимать и смотреть. Ну, такая вот предварительная картинка. Если вам все нравится, опустить с этого треугольника. И не забыть нажать на применить к блогу. Вот эту кнопку обязательно нажимайте, все ваши изменения, чтобы применялись. И назад в блогер. Назад в блогер попадаем опять на панель управления именно этим блогом. Теперь если вот обновить страницу, хотя тут не будет видно, потому что все тут белое, но уверяю вас, здесь у нас уже появилось место для добавления гаджета. Вот это вот этот кубик называется гаджетом. Вот переходим в дизайн, и видим, что у нас появилась возможность добавить гаджет. Вот добавить гаджет. Кликаем по этой ссылке, открывается выбор всевозможных гаджетов. Из всего этого самые рабочие ходовые, да, скажем так, это вот этот вот гаджет, в который вставляет коды баннеров с различных сайтов. И а то, что нам надо, это вот этот гаджет под названием изображение. Кликаем по нему. Следующая страница вот такая. Давайте в серединочку передвинем. Вот эта страница. Теперь название этого гаджета. Ну, поскольку у нас там будет переход на канал, я сейчас не буду менять клавиатуру, переделывать на русский. Допустим, мой YouTube канал, да? Ну, название какое-нибудь. Можно его вообще никакого названия здесь не вводить, просто поставить точку и все. Но что-нибудь здесь обязательно должно быть написано. Подпись. Эту строчку заполнять не обязательно, но если вы хотите, чтобы и внизу здесь что-то было написано, вот в этой части, можете написать, что вы хотите, чтобы было написано. Но это не обязательно. Итак, вытаскиваем наш гаджет и работаем с ним дальше. Связать. Вот связать здесь именно с каким URL. То есть в данном случае, если мы хотим переход на наш канал, нам нужно URL своего канала сюда вставить. Если вы хотите на какой-нибудь другой сайт, допустим, опять же, сделать это типа рекламного баннера, то можете ставить свою реферальную ссылку сюда. Ну, поскольку канал, нам надо скопировать адрес своего канала. Копируем. Открываем этот гаджет. Вставляем URL своего канала. Следующая картинка. Выбираем файл. Выбираем файл. Мы можем выбрать файл как с компьютера, так и из интернета. Ну, вот у меня там стоит вот эта картинка. Ну, давайте, допустим, поставим не ее, а какую-нибудь большую. И нет, это небольшая. И для чего я хочу? Ну, просто, чтобы еще одно показать, что важно. Вот, допустим, этого снеговичка. Кликаем «Открыть». И после того, как картинка загружается, вот здесь вот проставляем птичку.
сжать до размеров экрана, то есть чтобы картинка, даже если она по размерам большая и будет выходить за пределы рамки блогера, чтобы она сжалась, стала меньше. И кликаем сохранить. Сохранить. Так, идем сюда. Вот мой YouTube канал написано. Все, то есть тут уже этот гаджет, он на месте. Теперь вот если обновим эту страницу, у нас здесь будет этот снеговичок, вот при клике на который, вот кликаем по нему, попадаем на мой YouTube канал. Вот. Ну, в таком состоянии я взял ссылку в открытом. Вот это и мой YouTube канал. Вот таким вот образом, если сейчас сделаем стрелочкой назад, попадем обратно на свой блог. Вставилась ссылка на канал. На этом этот небольшой урок заканчиваю. Надеюсь, что ролик был полезен не только моему партнеру, но и остальным зрителям канала. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.